She's some kind of newspaper columnist. Comes in there once in a while. Great temper. What's her drink? Usually beer. Tonight, Grey Goose Martini, dirty. Hi. I noticed your glass was getting a little low, so I took the liberty of bringing you another apple martini. Thank you. And I couldn't help but notice you look a lot like my next girlfriend. What's your name? They call me Chip. Oh, you can't get him to stop? That was funny. Listen, Chip, I understand the courage it takes to walk across the room and try to generate a relationship out of thin air, so don't take the following personally. You have fantastic eyes. Thanks. Try to listen. But this is no reflection on you. I'm just not interested. But thank you for the compliment of coming over. You're welcome. So do you like Cuban food? Chip, seriously, that was not code word. I wish you'd try harder. Are you always so shut down and afraid that the right man might make you feel like a natural woman? Sorry I'm late, honey. I couldn't get a cab. How was the meeting? Oh, well, there was a beginning, a middle, and an end. Nice to meet you, Chip. You too. Итак, давайте прямо сейчас разберем этот маленький диалог. То есть, с чего все начинается? Уилл Смит разговаривает с барменом. Бармен говорит ему: She's some sort of newspaper columnist. Comes in once in a while. То есть, она, по всей видимости, редактор какой-то колонки в газете, приходит время от времени. Comes in once in a while. То есть, вот эта ключевая фраза. В принципе, бармен мог с таким же успехом сказать She comes in from time to time. То есть, приходит время от времени. Once in a while. Comes in once in a while. Comes in from time to time. Сразу хочу сказать, у слова while как минимум два значения. Первое значение определяет, предполагает такой промежуток времени. То есть, например, it's been a while. Например, it's been a while since I saw you. То есть прошло определенный промежуток времени, прошел с последнего момента, когда я тебя видел. И второе значение while это вот как раз значение пока, то есть в то время как. То есть, например, can you help me while I'm here? То есть мог бы ты мне помочь, пока я здесь? В данном случае, как вы видите, то есть тут первое значение, да? Comes in once in a while. То есть она приходит раз в течение какого-то промежутка времени. Дальше. Great tipper. То есть tip. У слова tip тоже как минимум два значения. Первое значение tip оставить на чай. Например, I'll leave a tip. Да? И второе значение слова tip это совет. То есть, например, I give you just a quick tip. То есть еще раз. I'll leave a tip. Это я оставлю на чай. And I give you just a quick tip. То есть я тебе дам буквально такой небольшой совет. Значит, tipper, то есть вот это вот окончание, это er, это показывает профессию. То есть she's a great tipper. То есть она отличный человек, оставляющий на чай. То есть он буквально бармен на ходу из этого сделал профессию. Итак, мы уже разобрали первые три предложения, да? She's some sort of newspaper columnist. Comes in once in a while. Great tipper. Потом, значит, Уилл Смит спрашивает, What's her drink? What's her drink? То есть, что она пьет? Обратите внимание, слово drink в данном случае употребляется как в качестве существительного. То есть, обычно мы привыкли как to drink. What is she drinking? Что она пьет? А тут больше What is her drink? То есть, как, что есть ее напиток, дословно, да? Как пример, можно, например, в другом контексте использовать What is your favorite drink? То есть, какой у тебя любимый напиток? Значит, бармен отвечает Usually beer. Tonight, Grey Goose Martini, dirty.
То есть обычно она пьет пиво, но этой ночью она пьет Grey Goose Martini Dirty. Поехали дальше. Тут уже второй диалог, когда мужчина пытается как-то подкатить к Эви Мендес, и говорит он ей такую фразу. I noticed your glass was getting a little low, so I took the liberty of bringing you another apple martini. То есть тут он говорит на таком сленге, да? I noticed, то есть я заметил, your glass was getting a little low. То есть он опускает, подразумевается, a little bit low. So I took the liberty of bringing you another apple martini. Я заметил то, что уровень напитка в вашем стакане становился все ниже и ниже. То есть was getting, действие, которое продолжалось в прошлом, да? So I took the liberty. Вот эта фраза I took the liberty of doing something. То есть такая формула. I took the liberty означает я решил. То есть я взял на себя ответственность. Дословно это означает я взял на себя свободу. Liberty – это свобода. А такое значение литературное я решил. Я взял на себя ответственность сделать что-то. Если хотите эту мысль выразить попроще, вы, конечно, можете всегда сказать I decided. То есть... Но для понимания тоже полезно. I took the liberty of bringing you another apple martini. То есть я решил вам принести еще один apple martini. Она ему отвечает. Thank you. Дальше, значит, что говорит мужчина. And I couldn't help but notice you look a lot like my next girlfriend. Вот эта фраза, устоявшаяся в английском. I couldn't help. То есть я ничего не мог с этим поделать. I couldn't help it. Я ничего не смог с этим поделать, и мне осталось только заметить, notice, you look a lot like my next girlfriend. То есть ты выглядишь очень похоже на мою следующую подружку. To look like someone. То есть выглядеть как кто-то. Тут она ему задает ответный вопрос. What's your name? Он отвечает, they call me Chip. То есть они называют меня Чип. Она тут же его как-то пытается подколоть. You cannot get them to stop. То есть вы не можете заставить их остановиться. Сейчас объясню, в чем. Она, его зовут Чип, а очень близкое по звучанию слово cheap в английском. Это означает дешевый. То есть она сделала вид и то, что... Но на самом деле это два абсолютно разных звука. То есть еще раз. Чип, cheap. Произношение очень важно в английском языке, особенно произношение гласных. Дальше она говорит, то есть вы не можете прекратить их, вы не можете заставить их перестать вас называть дешевым, да? В общем, но он тут немного теряет такой контроль и говорит, oh, that was funny, то есть это было смешно. Потом она отвечает, listen, Chip, I understand the courage it takes to walk across the room and to try to generate a relationship out of thin air. То есть, I know what it takes. То есть, я знаю, что для этого надо. Вот устоявшаяся фраза. I know what it takes to build your own business. Например, я знаю, каково это построить свой собственный бизнес. В данном случае она ему говорит, I understand the courage it takes. То есть, вот, да? То есть, смелость, которая необходима. The courage it takes to walk across the room and to try to generate a relationship out of thin air. То есть пройти по этой комнате и попытаться сгенерировать, try to generate a relationship, сгенерировать отношения из воздуха. То есть англоговорящие люди, они говорят out of thin air, то есть дословно это из тонкого воздуха. То есть, например, если читаете какую-то статью по экономике, там, возможно, увидите фразу, да? Banks create money out of thin air. То есть банки создают деньги из воздуха. Ну, дословно, из тонкого воздуха. То есть мы по-русски говорим из воздуха. Значит, to generate a relationship out of thin air. So don't take the following personally. То есть, пожалуйста, не воспринимайте
The following, да, то, что я сейчас, то, что сейчас последует, лично. Дальше отвечает он ей. You have fantastic eyes. У вас необыкновенные глаза. Она его так аккуратно перебивает. Thanks. Try to listen. Try to listen. Да, постарайся послушать. Да. Don't take the following personally. Да? To take something personally. Воспринимать что-то близко к сердцу. Так, давайте разберем следующий. Посмотрим следующий слайд. Что говорит героиня? This is not a reflection on you. I'm just not interested. But thank you for the compliment of coming over. Давайте разберем. This is not a reflection on you. Reflection означает отражение. Это ни в коем случае никак не отражается на вас. I'm just not interested. Просто я не заинтересована. But thank you for the compliment of coming over. Но спасибо вам за комплимент, то, что вы подошли. Coming over. Thank you for the compliment of coming over. То есть вот это вот надо еще раз внимательно прочувствовать. Тут... Давайте разберем. I'm interested, I'm not interested. Это может использоваться не только в контексте личных взаимоотношений, но и вообще в нейтральном контексте. Например, I'm interested in working with you. То есть я заинтересован в том, чтобы поработать с вами. Да? Или I'm interested in reading this book. То есть формула I'm interested in doing something. Я был бы заинтересован в том, чтобы делать что-то. Ну или в контексте личных взаимоотношений I'm interested in her. Или I'm interested in him. I'm interested in them. Ну или это может быть they are interested in me. В общем, или следует глагол с инговым окончанием, или, значит, I'm interested in her, in him, и так далее. Ну, мужчина явно не понимает намека, продолжает, спрашивает у нашей героини, So do you like Cuban food? Думаю, простой вопрос. Вам нравится кубинская еда? Тут что она отвечает? Chip, seriously? That was not a code for I wish you try harder. То есть чип на полном серьезе, это не было каким-то закодированным сообщением. Давай, мол, попытайся еще раз. I wish. Вот это интересная конструкция. Хочу привести пару примеров. Например, я бы хотел уметь играть на гитаре, да? I wish I could play the guitar. То есть, как видите, формула I wish. Тут в настоящем времени следует I could. I wish I could.